Ну и как только завод перейдет в нашу собственность, вы тут же можете делать себе работу. Я вот только одна. А почему я должна отдать вам завод бесплатно? А я вам сейчас на карандашах объясню. Бюджетные деньги. Нет, я ее в глаза не вижу. Мы завод огнетушителя обанкротили, загасили, так сказать. Я предлагаю ваш завод тоже взять и... Загасить? А мне такая какая выгода? О, сразу чувствуется, предпринимательская жилка барбашка. Сейчас объясню. Ну, во-первых, вы избавитесь от этого завода. Во-вторых, вы тут же можете идти на все четыре стороны. В-третьих, причем с небольшой компенсацией. Вот это Рунин? Вот. Но у меня ощущение, что я Родина. А ведь это дорого стоит. Вы не продаете, вы отдаете в надежные руки. Мне кажется, мы нашли свою общность. Всего вам.